фантазия соль мажор Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении народного артиста России профессора Рубина Абдуллина. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Начинаем юбилейный концерт заслуженного артиста России профессора Сергея Ивановича Кравченко. На сцену приглашается ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие друзья, конечно же, всегда очень приятно поздравлять юбиляра на сцене консерватории, поскольку это цвет консерватории, всегда вот эта профессура, уже отмечающая свой славный юбилей, на самом деле уже к этому моменту вписала очень драгоценные страницы в нашу историю. Но я должен сказать, что Сергея Ивановича мне особенно радостно поздравлять, потому что, ну, сами на него посмотрите, человек, поцелованный Богом изначально, потому что родился, будучи талантлив, будучи необыкновенно одарен именно в той стезе своего дальнейшего творчества, который для себя безошибочно избрал, ну а дальше потому что попадал в такие руки. И Одесская школа имени Столярского – это школа на весь мир, прославленная именно теми своими воспитанниками, которые взяли в руки скрипку и именно на этом инструменте раскрыли свою душу, свое мастерство. Это было начало. А в дальнейшем уже в Московской консерватории это класс Леонида Борисовича Когана, великого музыканта, великого педагога. И, собственно говоря, вот тогда уже была достигнута та вершина, ниже которой уже, собственно, было невозможно опускаться. Я имею в виду и победы на международных конкурсах. Это конкурс Паганини в Генуе, это знаменитый Жака Тибо и Маргарита Лонг в Париже. И это все молодые годы. В это же время начало активнейшей гастрольной деятельности, которая столь же интенсивна и сегодня. И поэтому вот это направление, конечно, очень радостно в сочетании с той уже педагогической стезей. И уже надо было, что называется, отплатить старице. И действительно, ученики Сергея Ивановича сегодня это рассеянные по всему миру музыканты, которые гордятся тем, что они вышли из класса Сергея Кравченко. Поэтому пора мне отдать цветы, наконец, Сережа. И держа в руках вот эту папку, я просто хочу сказать, что здесь собраны очень многие приветствия, поздравления со всего мира. Ну, кроме, может быть, некоторых стран Евросоюза, которые тоже берут паузу, но мы это понимаем. Но, тем не менее, вот те отзывы, которые здесь присутствуют, это слова благодарности. И, кстати говоря, очень многие школы-десятилетки в этом отношении благодарят профессора Кравченко, поскольку умение работать с детьми – это очень важное свойство педагога, который не всегда, кстати говоря, раскрывается, но тут вот вся гармония от мала до велика. Я не буду читать эти отзывы и только лишь прочту, естественно, поздравления родной твоей альма-матер. Дорогой Сергей Иванович, ректорат и весь коллектив Московской государственной консерватории имени Чайковского с большим волнением и трепетом сердечно поздравляют вас с замечательным 75-летним юбилеем. На протяжении многих лет вы олицетворяете собой самые блистательные достижения музыкальной педагогики и исполнительского искусства. Вся ваша жизнь наполнена яркими событиями, творческими достижениями, многогранной концертной деятельностью,
массой важных впечатлений и переживаний, всем, что характеризует яркую человеческую личность нашего времени. В этом году исполняется 50 лет преподавательской вашей работы в Московской консерватории. За 5 десятилетий воспитали огромную плеяду ярких музыкантов, лауреатов и победителей многочисленных международных конкурсов. Ваши ученики выступают в самых престижных концертных залах всего мира, приумножая славу отечественной скрипичной школы и сохраняя в своих сердцах ваши мудрые наставления, советы большого музыканта, учителя с большой буквы. Примите наши искренние пожелания неизменного здоровья, многолетнего плодотворного творчества, мудрости, терпения и удачи в благороднейшей миссии художественного воспитания молодого поколения. И наши подписи. Поздравляем вас, Сергей Иванович. Ну, а это чисто консерваторский подарок. Он потом посмотрит вместе с супругой, ей понравится. Спасибо. Приветствие юбиляру от героя Советского Союза, депутата Государственной Думы Валентины Владимировны Терешковой зачитывает вице-президент благотворительного фонда Терешковой Елена Андриановна Терешкова. Многоуважаемый Сергей Иванович, примите сердечные поздравления с юбилеем. Пройдя большой путь талантливого музыканта, потратив много сил на пути к музыкальному совершенству, приобретя широкую известность, вы всю свою деятельность направляете на воспитание, подготовку, обучение молодого поколения музыкантов. Ваша школа скрипичного мастерства является эталоном высокого профессионального обучения, которое сохраняет лучшие традиции российской скрипичной школы. Вы щедро передаете свой опыт молодым талантам, обучая их виртуозности игры, филигранному воспроизведению звука. Я благодарна вам за активное участие в Коган-фестивале, который ежегодно проводится на Ярославской земле. Вы много концертируете не только в нашей стране, но и за ее пределами, открывая своей игрой в душах и сердцах людей путь к прекрасной классической музыке. От всей души, дорогой Сергей Иванович, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех ваших добрых делах и мирного неба над головой. С глубокой благодарностью, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Валентина Терешкова. Спасибо. Ну и если можно от себя лично, Сергей спасибо. Иванович, многое и долгое лето вам. Спасибо. Бах. Сицилиана из соната номер 4 до минор. Исполняют Сергей Кравченко и Рубин Абдуллин. Thank you.
Ведущий вечера, заслуженный артист России Николай Паненко. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне выпала большая честь участвовать в этом концерте и вести его. И даже по просьбе Сергея Ивановича я во втором отделении что-то даже и прочту. Но дело не в этом. Я хочу вам сказать важную вещь, которая, мне кажется, должна прозвучать очень неформально. Дело в том, что сегодня мы присутствуем на юбилее человека, который не только великий музыкант, здесь абсолютно уместно это слово «великий», великий педагог, потому что если вы посмотрите вообще в историю или в какую-нибудь примитивную Википедию, которая не способна охватить, то, конечно, достижения нашего юбиляра, они запредельны, правда. Самое главное, на самом деле, не то, что Сергей Иванович хранит скрипичную школу России, которая является главной на нашей планете, вне всяких сомнений. И, пожалуй, что скрипка сегодня держится на вот этом вот удивительном русском поколенческом длинном пути. Из века в век наши музыканты, наши педагоги создают скрипичных виртуозов, величайших музыкантов. И Сергей Иванович в ряду педагогов, конечно, сегодня, без сомнения, занимает величайшее место. Но хочется сказать еще об одном удивительном качестве. Сергей Иванович – это, прежде всего, потрясающий, удивительный человек. Как вы, наверное, знаете, Сергей Иванович родился в Одессе и закончил школу Столярского, величайшую тоже, скрипичную. Ну а те, кто родились в Одессе, конечно, люди с большим юмором. Удивительная его человеческая легкость, доброта и умение найти в каждом своем ученике вот этот вот сложный бриллиант, который нужно раскопать и сделать из него шедевр, конечно, эти качества Сергея Ивановича, они удивительны. И они это не просто профессиональные, так сказать, вы знаете, профессиональных, удивительных педагогов в России очень много. Но в человеческом смысле, конечно, даже если бы Сергей Иванович не был таким выдающимся музыкантом и педагогом, я могу вам сказать, зная его достаточно хорошо, могу сказать, что, конечно же, просто быть с ним рядом – это удивительное, уникальное счастье. Итак, мы продолжаем наш концерт. Музыкальное поздравление. Дмитрий Шостакович, романс из кинофильма «Овод» и Отакар Новачек, «Вечное движение», исполняет ансамбль учеников и студентов классов профессора Кравченко и доцента Ко, партия фортепиано, Мария Стымбольская и Мадина Набиуллина. Встречайте!
Для приветственного слова позвольте пригласить на сцену ректора Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Валерия Иосифовича Ворона. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня большой праздник нашей культуры. Я не собираюсь оценивать Сергея Ивановича, поскольку есть исследователи, есть Википедия, все знают о его свершениях. Могу только сказать, что он действительно в мире является одним из символов нашей ведущей в мире пока русской исполнительской школы. И он не только ее символ, но он ее формирует и развивает, и пополняет новыми талантами. Его класс стал действительно очагом по воспитанию талантов мирового значения. И без таких эталонов школа не может развиваться. Я могу сказать, что из корыстных побуждений мы стали приглашать Сергея Ивановича председателем госкомиссии к нам в институт имени Ипполитова Иванова. И только от самого его присутствия уже повысился уровень нашей кафедры. Я даже вспоминаю себя в молодости. Я смотрел, вот роль, так сказать, крупного музыканта, деятеля. Смотрел только на фотографию Ойстраха и уже начинал лучше играть. А если еще попасть на урок, так это вообще что? Вот поэтому все люди, которые вокруг Сергея Ивановича, это счастливые люди. И я рад, что тоже попал в это гравитационное поле, в его орбиту, потому что он умеет формировать судьбы своих соратников, друзей и последователей, и эти судьбы становятся действительно счастливыми. Я еще представляю фонд «Русское исполнительское искусство», которое в этом году исполняется 30 лет, и мы учредили общественную награду, медаль за вклад в развитие музыкальной культуры. Я думаю, что общественная награда по любви общества, да, и благодарности не уступает государственным. И хочу ему сейчас вручить Сергею Ивановичу. Рахманинов, «Мелодия», сочинение 3, номер 3. Шопен, вальс
до диез минор, сочинение 64, номер 2. Исполняет заслуженный артист России Андрей Писарев.
Заслуженный артист России Андрей Писарев. Теперь, дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю на эту сцену государственный квартет имени Бородина. В составе лауреат международных конкурсов, среди которых первая премия международного конкурса Чайковского и ученик нашего юбиляра, профессора Сергея Ивановича Кравченко, Николай Саченко, первая скрипка. Ученик, лауреат, ученик Сергея Ивановича, лауреат международных конкурсов Сергей Ломовский, вторая скрипка. Заслуженный артист России Игорь Найден-Альт и заслуженный артист России, доцент Владимир Большин, виолончель. Бородин. Струнный квартет номер 2. Первая часть.